Купили килограмм раков. Будем пробовать варить. Лично я сам никогда не варил их. Поэтому не знаю, что получится. Так, допустим, вес одного рака. 74. Так, вот поменьше. Это самый маленький. 56, 57. Стояли они в воде. Я уже два раза поменял воду. Посливал воду. Вот видно, там какие-то какашки были. И все, сейчас пакую. И иду их готовить. Все, мы на даче. Опять наливаю им воду, чтобы в воде постояли, пока будем костер разводить. Ага, сейчас убегут у болота. Вот на этом месте сейчас будем и готовить. Раков временно мы сольем сюда. Набираем примерно 2 литра воды. И ставим воду на огонь. Сразу кидаем 2 лучка небольших. Немножко чесночка. Залог успеха — это много укропа. Я думаю, вот такой пучок нам пойдет. Когда покупали мы раков, нам дали даже специи. Здесь видно лавровый лист, перец, петрушка или окроп, не знаю, короче. Запах специй я слышу уже здесь даже. Короче, полный набор специй был в комплекте. Все это мы тоже сюда высыпаем. На каждую литру воды нужно примерно столовую ложку соли. Все, что есть на даче, все высыпаю сюда. Вот это высыпаю. И вот полный коробок тоже соли высыпаю. Перемешиваем это все. И ждем, когда закипит. Забыл сказать, здесь их примерно килограмм. За килограмм я заплатил 550 гривен. Вот бульончик кипит, сейчас туда будем раков кидать. Чтобы они меньше мучились, кидаем их вниз головой. И немножко перемешиваем. Смотрите, они уже даже краснеть начали. Буквально прошло 30 секунд. Крышка где? Сейчас. И накрываем их крышкой. Оставляем так минут на 20. Думаю, нужно их перемешать. А то начинает пена подниматься. Так, готовим дальше. Итак, прошло уже 25 минут. Давайте посмотрим. И мне кажется, что их уже можно доставать. Красные-красные. Готовы? Мне кажется, да. Он шевелится, живой еще. Да ладно. Один. Второй. Запах, конечно, обалденный стоит. Мне больше всего чувствуется укроп и специи. Я сбился со счета. Вот такие вот красавцы получились. Сейчас будем их пробовать. Горячие еще. Достать кишку с какахами. Божественно. Очень вкусно. Юля, давай пробуй. Мне почистили рака, так как я за свои 20 лет, в принципе, не ела их никогда. Буду пробовать. Вкусно, вкусно. Но не знаю, вкус креветки мне нравится больше почему-то.
Понятно, Юля, понятно. Итак, получается, мы сегодня варили раков просто в воде. В будущем я хочу еще попробовать раков с пивом, раков с молоком, раков со сметаной. Еще даже есть раки в водке. Это был мой первый опыт, поэтому я особо не экспериментировал. И то, что сегодня у меня получилось, этим результатом я на 100% доволен. Поэтому я с вами прощаюсь и пойду кушать раков. Всем пока!